Вы слушаете новости по логистике от АЭШ. Четверг, 19 декабря 2019 года. Заголовок мировой прессы. CNBC сообщает: Amazon впредь будет запрещать сторонним продавцам использовать площадку FedEx для прайм-заказов. FedEx уже утвердил решение Amazon, однако уточнил, что это повлияет не на всех грузоотправителей. Фрэнк Холланд из CNBC сообщает из Сиэтла. В этот праздничный сезон Amazon будет использовать бесплатную доставку на следующий день. Заголовок Bloomberg. Эрик Принс покидает мозамбикскую нефтегазовую логистическую компанию Ventura, основанной гонконгской компанией Frontier Service Group Limited. Решение было принято, невзирая на то, что страна готовится получить около 60 миллиардов долларов инвестиций в проектах экспорта природного газа. Financial Times. Слияние гигантов судостроения Daewoo Hyundai привлекает внимание комиссии ЕС. Заголовок BBC Warrington West. Новый железнодорожный вокзал города Чапперфилд обеспечит регулярное сообщение в Манчестер и Ливерпуль. Объект был построен из-за растущего спроса на общественный транспорт, из-за роста жилых массивов и промышленных зон. Independent.co.uk сообщает. Французский страйк. Евростар отменил более 30 поездов, чем вызвал транспортный хаос в стране с 11 по 13 декабря. В заголовках публикации по логистике и транспорту Transinfo. В США произошло крупнейшее в истории банкротство транспортной компании. 30-летняя компания Celadon объявила об обращении ею и ее 25 дочерними компаниями за защитой кредита. Более 4000 водителей потеряют работу еще до Рождества. Заголовок ttnews.com. Mesilla Valley Transportation использует технологии развертывания VeloCare, которая будет поддерживать 5000 GPS-трекеров и систему автоматической подкачки шин, а также видеорегистраторы и планшеты на 1500 грузовиков, объявили в компании 11 декабря. Отчеты по входящей логистике, сбор данных на дороге, новый подход к цепочке транспортных поставок. Поведение потребителей усложняет транспортировку груза. Уходит в прошлое использование грузовых перевозчиков для отправки крупных грузов в один магазин или сеть. Заголовок логистического менеджера. Год логистики. 5 вещей, которые мы узнали в 2019 году. Пришло время вспомнить главные факты за последние 12 месяцев. Это была минута новостей по логистике от АЭШ. Четверг, 19 декабря 2019 года. Подписывайтесь на наши каналы и ленты в социальных сетях, и вы постоянно будете в курсе глобальных новостей по логистике.